Привет, вечерний Санкт-Петербург! Здравствуйте, уважаемые зрители и любители российского футбола! Добро пожаловать на стадион Петровский! Это футбольный клуб «Ленинградец» принимает неуступчивых, боевитых и крепких ребят из Нижнекамска, футбольный клуб «Нефтехимик». Итак, поехали! 15-й тур Мелбет первой лиги. Заброс вперед, длинный пас хороший, и удается зацепиться Шамилову. Тот подложный замах убирает Беляева, передача, удар! И не попал! Чудодейственным образом! Как же здесь было не попасть? Ну как разыграли? Областную команду и потеснил из старта Виталия Жиронкина. И вот он, Колесниченко может пробить и бьет. Какой отскок! Это шанс на добивание для Маркина, но нет. Первым накрывает защитник «Нефтехимика». И вот оно, кстати, то самое неожиданное, скорее, действие. Денисов немножко завозился, перехватывает мяч. Колесниченко и внешней стороной стопы хорошо выводит на ударную позицию Разманова. Подкат! Товарищ судья, борьба за мяч! Что скажет Михаил Черемных? Но какой рывок хороший! Из-за спины выбежал на Разманов, из-за спины Бердникова. За Денисовым. Бердников. Мягко. Вот здесь здорово обыгрались. Удар с дальней дистанции. И это был удар Котова с левой. Хорошо приложился, но точно в центр. В такой ситуации, конечно, обязан был намертво брать мяч. Коптилов. Отличный пас. Горулев. Горулев, бей! И он бьет! Но это очень далеко от ворот, от каркаса. Бил, как сначала казалось, с подкручиванием. Перевод налево. Котов, у него есть пространство. Хорошая подача. Неудачно играет Зайцев. И мяч в воротах. Мяч в воротах. Забивают футболисты Нижнекамска. И делает это, посмотрите, кто. Делает это уже, наверное, легенда «Нефтехимика» Матвей Першин. Его второй мяч. Да, здесь, конечно, повезло. Но как повезло Першину. Везет-то сильнейшим, но что же сотворил Зайцев? Ханов может подавать. Есть навес, отскок, удар! Ух! Хлопнул, так хлопнул Разманов. Не жалея сил. Понимает, как довести дело до победного конца. Вот, например, вот так. Джамилов, он зацепится, он сделает передачу на партнера. Это Першин! Что ты творишь? Как ты это сделал? Невероятно! Першин 2-0! Бильярдный, выверенный выстрел в дальний угол. Низом! Зайцев без шансов. И Першин! Вот это да! Выносите ему золотой мяч, уважаемые друзья, срочно! Срочно! Этот парень не знает границ. Этот футболист на кураже. Матвей Першин, 14 номер, 20 лет. Вдвойне за таким ленинградцем. А вот неплохой заброс вперед. Казаков сражается. Казаков, это шанс! Удар, штанга! И Колесниченко, еще удар! Спасение Голубева! Там же заброс штрафную. Еще удар! Гол! Гол Суханов! О-хо-хо! Это что такое? Это Глушаков и его похороны. Ворота Амкара. Это Суханов и его удар. Ворота «Нефтехимика» от перекладины. Суханов у мяча. Внимание. Зайцев штрафной. Беляев. Ударная сила. Подача. И как же так? Не думаю, что стоит ждать подачи. Да, классика. У углового флажка и все. Финальный свисток. Финальный свисток тяжелейший. Трудовая победа «Нефтехимика». 2-1.